Всем привет! Наверняка вы попадали в такую ситуацию, когда очень сложно поймать живца. При этом бывает так, что после поимки живца и насаживания его на крючок, поклевка хищника следует сразу же. А с живцом получается настоящая проблема. Как же выйти из этой ситуации и поймать живца? В этом ролике мы рассмотрим 5 наиболее эффективных способов ловли живца. Малявочница или паук. Наиболее простым способом поимки живца является применение малявочницы, которую также именуют пауком. Малявочница состоит из 4 проволочных дуг и полотна мелкоячеистой сети. Малявочницу опускают на дно водоема вместе скопления мелкой рыбешки. Для того, чтобы поймать как можно больше живца, сверху можно бросить прикормку. А выждав пару минут, следует резко поднять малявочницу. Добыча останется в сетке. Таким способом можно поймать как малька для ловли окуня, так и довольно крупного живца для ловли той же самой щуки. Мелкоячеистый подсак. Еще одним простым способом ловли живца можно считать ловлю с помощью обычного подсака. Но вот только применять следует подсак, имеющий мелкую ячейку. Такие обычно применяются при ловле мирной рыбы. А использовать подсак можно точно так же, как и малявочницу. Опустить его вместе скопления рыбешки и бросить сверху прикормку, а затем резко поднять его. Ну и самый простой способ ловли напоминает ловлю бабочек. Ищем куст водной растительности, резко накрываем его подсаком и, прижимая подсак ко дну, вытаскиваем добычу на берег. Таким способом вполне можно обеспечить себя живцом, при этом не беря на рыбалку ничего лишнего. Легкая поплавочная удочка. Для тех же, кто хочет получить удовольствие даже от ловли живца, отлично подойдет легкая поплавочная удочка. Для ловли живца следует применять как можно более тонкую леску диаметром не более 0,12 мм. Тонкий ветеринообразный поплавок и миниатюрный крючок-заглотыш. В качестве насадки можно использовать мотыля, опарыша, либо же катышек хлеба. Даже миниатюрная рыбка не будет чувствовать сопротивление при поклевке, а потому рыбалка будет успешной и вам наверняка удастся поймать большое количество мелочи за короткий промежуток времени, тем самым обеспечив себя необходимым количеством живца. Ловушка из баклажки. В случае необходимости прямо на водоеме можно сделать ловушку для живца из баклажки, либо же даже бутылки. Все, что потребуется для создания такой ловушки, это отрезать у пластикового сосуда горлышко, развернуть его в обратную сторону и вставить обратно в баклажку, при этом закрепив леской либо проволокой. В самой же баклажке следует сделать несколько десятков отверстий для того, чтобы вода спокойно проходила через них, наполняя сосуд. После этого следует положить внутрь получившейся ловушки груз. На эту роль отлично подойдет камень и небольшое количество прикормки. Забрасываем баклажку в перспективное место, ждем пару десятков минут, достаем и получаем живца. Миниатюрный экран. Экран – это снасть, представляющая собой сеточное полотно, деревянный брус и кусок толстой проволоки. В рабочем положении брус всплывает на поверхность, а проволока натягивает полотно, устремляясь в глубину. Таким образом, получается непроходимая для мелкой рыбешки стена, в которой она застает жаберными крышками. Многие рыболовы считают экран браконьерской снастью, но в том случае, когда площадь полотна не превышает 1 квадратный метр, в большинстве стран СНГ такой экран орудием браконьерского лова не считается, по той же самой аналогии с малявочницей. При помощи экрана с ячейкой в 10 мм можно без труда за короткий срок поймать несколько рыбешек, отлично подходящих на роль живца. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также смотрите мои видео с рыбалок. Всем спасибо за внимание и счастливо!